Як повернути покупців із Донбасу на харківський ринок Барабашова та спростити митні процедури? Про це запитували сьогодні співголову партії «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка в Харкові. Тут він відвідав соціально-гуманітарний комплекс «Фельдман Екопарк» і поспілкувався з людьми. Харків'яни переймаються питанням миру, відновленням зв'язків із прилеглими російськими областями та Донбасом, жителі яких були основними покупцями на ринку Барабашова. Обращаемся к вам с просьбой предпринять или инициировать законодательным решением вопроса по поводу упрощения прохождения таможни для людей. Таможни и границы. Даже незначительное улучшение в этом вопросе позволит людям спокойно добираться на рынок. И чтобы улучшить покупательскую способность людей, оживить торговлю. Люди будут смотреть на все по-другому. В парламенте вы все видели... Каждую неделю кремили Россию агрессором. Принимали постановление, русский агрессор, в одном меде, в втором, в третьем. А на деле что происходило? Что мы продавали в Российскую Федерацию товаров на 4,5 миллиарда долларов, а в Российской Федерации покупали на 7,5 миллиарда. То есть я говорю, вы слушайте, вы если уже такие правильные и хотите там как-то осложнить жизнь России, так вы хотя бы сделаете так, чтобы товаров продавали туда больше, и валюта не от нас шла в Российскую Федерацию, а из России к нам.